Второй день первого виртуального чемпионата и первенства России по тайскому боксу в самом разгаре. У нас на очереди очередная пара сегодняшнего дня. И вновь мы с вами будем наблюдать Вайкру, на сей раз в исполнении мальчиков до 14 лет. И в красном углу ринга я приветствую Марата Соколовского, представителя города Кемерово. Он тренируется под руководством Виталия Ильина в спортивной школе Олимпийского резерва боевых искусств Кузбасса. Марату 13 лет. Его соперник в синем углу ринга Ярослав Нестеров, представитель Нижегородской области. Ярославу 13 лет, он тренируется в клубе «Панчер НН» и также выступает за команду спортивной школы номер 9, а его тренер Кирилл Лабутин. И судейская бригада у нас в неизменном составе. Виталий Зинковский из Москвы, Руслан Амирханов из Башкортостана и Владимир Коваленко из Краснодарского края. Переключаемся в Кемерово, и если Марат Соколовский нас хорошо слышит и готов к старту Вайкру, то с сигналом гонга можно приступать. Марат Зинковский и, Марат Соколовский и его Вайкру мы с вами посмотрели. И переключаемся в Нижний Новгород, где Ярослав Нестеров готов дать свой ответ. Ярослав, если ты нас хорошо слышишь, то с ударом гонга ты можешь начинать. Thank you.
Вайкру под открытым небом от представителя Нижегородской области Ярослава Нестерова. Даже сквозь асфальт сумел пробиться Ярослав, чтобы исполнить нам свой вайкру. Ну а теперь все внимание к судейским запискам. Бригада судей сейчас вынесет свой строгий вердикт, и мы узнаем, кто же отправится в финал первого виртуального чемпионата России по тайскому боксу. Ярослав Нестеров из Нижегородской области или Марат Соколовский из Кузбасса. И у нас есть победитель со счетом 10-9. Победу в этом виртуальном поединке отпраздновал боец из красного угла ринга Марат Соколовский Кемерово. Поздравляем Марата Соколовского с выходом в финал. И увидим его уже через несколько дней. Его вайкру снова через несколько дней. Ну и говорим огромное спасибо Ярославу Нестерову. Его вайкру был эффектный. Ярослав, ни в коем случае не расстраивайся. Ты участник первого в истории чемпионата России по тайскому боксу. И этот фрагмент твоей боевой истории уже никто никогда не вычеркнет. У нас с вами коротенькая пауза, после которой мы обязательно вернемся в эфир.